XX, с вами Беливикс. Всем привет, и это я, Алиса. Сегодня я продолжаю мою рубрику на канале Беливикс «Главные герои Monster High и Ever After High», где я рассказываю о различных персонажах и их характере и сравниваю их сценические образы в разных сериях. И в сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами всех Твайл в линейке Monster High из разных серий. На начало мая 2016 года их всего 5 в коллекции кукол Monster High. Кстати, я уже перевоплотилась в Твайлу, и как это было, вы можете посмотреть, кликнув сюда, или в описании будет ссылка. А мы начинаем. Твайла – самая скромная из всех обитателей школы монстров. Вот уж и правда, скромность украшает монстра. Несмотря на свой застенчивый характер, этот персонаж не остается незамеченным. Без Твайлы в Monster High было бы неуютно, особенно по ночам, ведь некоторым снятся кошмары, а эта кукла умело уберегает своих соучеников от плохих снов. Скромность – одно слово, которым можно описать всю сущность 15-летней Твайлы. Громкие компании и веселые тусовки не для нее. Чего уж там, даже обычное общение с одноклассниками затруднительно для нашей героини. Она предпочитает проводить время в полном одиночестве, сидя в пыльных углах или в окружении теней. Подобные места дают ей возможность стать невидимой благодаря способности, которая досталась девушке от ее отца Бугимена. Тени также помогают Твайле из Monster High перемещаться из одного укромного места в другое, и делает она это в любой пугающей ее ситуации. Несмотря на свою застенчивость, Твайла очень привлекательна. У нее красивое личико и большие круглые глаза розового цвета, которые в темноте светятся зеленым отливом. Питомца Твайлы зовут Дастин. Это кролик из пыли. Твайла однажды спасла его от ужасного ветра и приручила. С тех пор они почти всегда вместе. Несмотря на застенчивость, у нашего сегодняшнего гостя есть два лучших друга. Это Спектра Вандергейст, дочь призраков, и Хоулин Вульф, дочь оборотней и по совместительству сестра Клодин Вульф. Друзья Твайлы стараются уберечь ее от различного рода неприятностей. Твайла обожает прятаться под кроватями людей и ловить их ночные кошмары, которые насылает ее любимый папаша. Девушка считает, что она делает хорошее и полезное дело, ведь ее занятия даруют многим спокойствие по ночам. Ловля плохих снов – не только любимое занятие Твайлы, но и любимое блюдо. Она обожает есть кошмары. Любимый цвет у монстра тоже не совсем обычный. Ей нравится гол-пурпурный. Это смесь голубого и пурпурного. Школьные предпочтения Твайла из Monster High – психологии. Этот предмет помогает ей преодолевать свои страхи. Из нелюбимых предметов – это речь. Кто знает, возможно, в будущем круг общения Твайлы расширится, и она перестанет бояться окружающих. Ну что ж, а я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Напишите в комментарии, в какой серии вам нравится Твайла больше. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Следите за новостями моей страницы и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Be cool and crazy. Пока-пока!